музыкальные частушечки. С нами, ох, как бывает, бывает январь, а снег не бывает. Бывает так, что я стерилен и нежен. Бывает хуже, но значительно реже. И если бы я умел, я написал бы плакать в каждом дому мелочей посреди, где бы ты ни был. Где брат, во всякое время сестра? Где там? Что-то я ее как-то загнал ее. Вот реальность улыбается, как Мона Лиза, но не расслабляйся, жди сюрприза. Ты видел взмах руки, и все стало как есть, но едва ли это был благословляющий жест. А ренессанс для Доки — это скорее метод. Все, что Дока видит, чинично фрагменты, элементы, сегменты, моменты, пока не попросят документы. Если бы я умел, написал бы плакат в каждом дому мелочей посреди, где бы ты ни был. Где, брат, во всякое время сестра? Где да? Ой, мама, мама, я проснулся сегодня рано. В мире торговли, воровства и охраны, пока кто-то еще занят иными делами, я буду жечь свой рок-н-ролл, мама. Если бы я умел, написал бы плакат в каждом дому мелочей посреди, где бы ты ни был. Ди, брат, во всякое время, сестра. Деда. Сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое башлачев, что такое вдоха. Папа объяснил популярно, толково. Microsoft Word, сынок, не знает такого слова. Поколение лайк, поколение перепост, поколение селфи, поколение попс. Сегодня слушатель, завтра зритель, послезавтра строитель New Babylon City. И если бы я умел, я написал бы плакат в каждом дому мелочей посреди, где бы ты ни был. Где, брат, во всякое время, сестра? Где б ты ни был? Где, брат, во всякое время, да. Бди.